И? А в космос вас как занесло? Мое почтение всем любителям игровой индустрии. Знакомый пернатый, не так ли? Сегодня вас ждет обзор на новую часть Angry Birds. Если вы думаете, что в эту игру невозможно добавить чего-то кардинально нового, то усаживайтесь поудобнее. В этот раз наши любимые птицы оказались в космосе. Как это произошло? Ну, что греха таить, сюжет своей сложности совсем не вырос. Да что там, он остался практически таким же. Злобные свиньи в очередной раз похищают у птичек яйца и пытаются скрыться. Наши бравые Angry Birds, как обычно, стараются вернуть себе своих будущих детишек и отправляются в погоню. Каким-то поразительным образом, но свиньям удается найти портал в космос. Там-то и будет происходить основное игровое действие. Космос. Чем не простор для творчества? С космическим пространством связана основная особенность игрового процесса. Здесь нет законов притяжения. Поэтому за каждый выстрел вы теперь несете двойную ответственность. Как запустите птицу, так она и полетит. Вокруг планет существует особый ореол, который притягивает птиц к этой планете. Наши Angry Birds должны будут пролететь по космическому пространству, залететь под определенным углом в этот ореол и, описав порой даже несколько кругов, попасть в свиней. Из-за этого в новой части игры приходится действительно нестандартно мыслить. Даже поразительно, как можно настолько разнообразить игровой процесс и при этом сохранить начинку игры. Лично меня Angry Birds Space привели в восхищение. Теперь даже непонятно, как можно было играть в предыдущей части. Воу, воу! Да, кстати, и птичек тоже прибавилось. К примеру, появилась ледяная птица. Она врезается в ограждение и замораживает его. После этого другая птичка может разнести ледяной бастион на куски. У некоторых появились альтернативные способности. В общем, есть на что посмотреть. Еще одно существенное добавление. В игру привнесли боссов. С ними придется бороться определенным образом. Но это лучше попробовать самому. Не стану раскрывать всех карт. Графика и звук остались на прежнем уровне, поэтому дискомфорта и какой-то особой ностальгии по предшественникам не будет. Что и хорошо. В общем, Angry Birds Space — отличный пример того, как правильно сделать вторую часть и без того великолепной игры. Ну, конечно, я не оставлю тебя в бою, о чем ты говоришь? Естественно. В общем, я пошел спасать птиц, а с вами мы увидимся на следующей неделе.